Чтобы понять историю нашего города, необходимо вспомнить, что основные названия и самой местности, в которой возник город, и окружающих ныне город гор, произошли из саамского языка. Для того, чтобы проще ориентироваться, мы с вами приедем на центральную площадь города, ныне это площадь Революции, и посмотрим на те горы, которые нас окружают. Гора с телевышкой получила название у саамов Пуазаавенч, это оленья вершинка. Гора следом, рядышком, Нюдаавенч, Нюд или Нюду, это девичья гора. Гора, которая расположена сразу за комбинатом, Сопче, знакомое такое название, да, это от саамского слова Сапт, пенная гора. И, наконец, самая высокая вершина из гор, которые окружают Мончегорск, это Нидис, что в переводе означает «дочкина гора». Все эти переводы достаточно условны, потому что есть много вариантов, но вот это наиболее утвердившееся. Как писали исследователи Мончи Тундры и профессор Висконт, и известный геолог Рихтер, в основном эти названия были подчеркнуты из высказываний, ну, так можно сказать, хозяев этих мест, Калина Ивановича Архипова, его сына Федора Калиновича, Леонтия Калиновича и Архипа Калиновича. Вот эти были четыре человека, которые прекрасно знали тундру. Они были проводниками очень многих экспедиций. Именно на базе их рассказов географ Гавриил Рихтер составил первый словарь такой названий местных гор, местных географических объектов. Да, вот 62-й год, вот 13 апреля, вот это день, когда я приехал в город. 14 апреля, традиционный общегородской субботник готовился, я уже принимал в нем участие. Журналист газеты Геннадий Либензон прочитал все выпуски газеты, которые имеются в архиве. Сам себя он зовет редакционным архивариусом. Приехал в Мончегорск в 62-м году. Вся его жизнь, так или иначе, связана с родной газетой. Мы специально один из номеров провели сбор макулатуры, компенсировали как бы выпуск газеты, да, затраты на бумагу. И на этом номере было написано, сделано из макулатуры, собраны специально для номера ребятами из 18-й школы.
Говорят, мнимые подчас. Что за город, скажите у вас? Почему вы стремитесь домой, будто он для вас самый родной? Он ведь малый совсем городок, и от главных столиц он далек. Неужели не скучно вам в нем? Отвечаем, но это наш дом, самый лучший и самый родной. И не нужен нам город большой. И, конечно, нас радует взгляд мончегорско-зеленый наряд. И проспект, уходящий в простор, ожерелье заснеженных гор, и озер его водная гладь, и домов его каменных стать. Любим мы нашу Мончегубу, не ворчим никогда на судьбу. Дескать, север, зима, холода, но ведь это совсем не беда. Важно то, что мы счастливы в нем, в этом городе, где мы живем. Глубины земные проникли, славен наш замечательный труд. Мончегорск, полярный и никель с комбинатами рядом растут. На Кольской главное работа славная, здесь с рудой и металлом на ты. Ударно трудимся, а значит сбудутся наши планы и наши мечты. На широких, на кольских просторах мы в легендах и песнях живем. И из наших цехов мы бесспорно лучший в мире металл выдаем. На Кольской главное работа славная, здесь с рудой и металлом на ты. Давно трудимся, а значит сбудутся наши планы и наши мечты. Дождик, дождик за окошком, загрустилось нам немножко снова. В лес мы не пойдем, вкусных ягод не найдем. Дождик, проходим, ни к чему сейчас дожди, и пусть светит ярко солнце к нам опять во все оконца. Вот и солнце, дождь прошел, да чего же хорошо. Thank you.
Как только ночью засыпаем, к нам возвращается война. И вновь мы вспоминаем друзей погибших имена. Мы воевали, как умели, и был повержен страшный враг. В том самом памятном апреле был над Рейхстагом поднят флаг. Война нас всех не обделила, 4 года за спиной. Но хватит нам с тобой силы, чтобы вернуться в дом родной. И сбросив с плеч своих шинели, как символ жизни фронтовой, мы наслаждались, как умели, послевоенной тишиной. Листву колышет сильный ветер, уносит прочь пожарищ дым. Мы не забудем годы эти, и мир планете сохраним. Но только ночью засыпаем, к нам возвращается война. И вновь мы вспоминаем друзей погибших имена.